В городе Фурманов состоялось второе заседание по уголовному делу в отношении водителя грузопассажирской «Газели». Женщина, управлявшая машиной в состоянии алкогольного опьянения, выехала на тротуар и совершила наезд на совершеннолетнюю Татьяну Швыреву. В суде заслушали свидетели страшного ДТП и родители пострадавшей девочки. Возможно, что в конце недели в этом уголовном деле будет поставлена точка. Предварительно прения сторон ожидают в среду. А приговор, если все завершатся, исследования, то есть осложнений никаких в процессе не будет, то приговор, скорее всего, четверг или пятница.